В очередной 15-й серии сериала «Реализация» Галкин рассказывает о результатах своего расследования следователю Федотову. Тот обещает разобраться, но его срочно вызывают в Москву, а дело ДТП закрывать. Галкин обращается за помощью к отцу. Советник губернатора поднимает все связи, чтобы заставить следствие возобновить расследование гибели Юли. Красавец находит каскадера, который мог инсценировать подобное ДТП. Но отца Галкина задерживают по подозрению в получении взятки. А на самого красавца готовят дело о коррупционной деятельности. Демидов передает все подписанные Кротовым документы Батурину, который хочет отжать бизнес Кротова, пока тот скрывается и вовсе от полиции.